Российские студентки-феминистки по-своему решили отметить мартовский день. Девушки устроили часовую забастовку против домогательств, дискриминации и в поддержку закона против домашнего насилия. Заодно попросили поднять стипендии. А если женщинам нравится... В студенческой забастовке присоединилось и работающее женское население страны. На час женщины отказались от работы ради равноправия. Активистки напирают на то, что в России, несмотря на положение Конституции, есть дискриминация. Например, в постановлении правительства о запрете женщинам занимать 456 профессий. Подобные акции проходят ежегодно и в европейских странах. А 8 марта уже красноярские феминистки выйдут на пикет с требованием принять закон против домашнего насилия. Сбор организации на Театральной площади около 14:00. Напомню, накануне новосибирские феминистки призывали отменить мартовский концерт лидера группы «Рамштайн» и направили соответствующую просьбу в мэрию Новосибирска.